Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Я напоминаю, что вместе с нашими победителями Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, мы проводим целую серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества», где наши лекторы делятся своим опытом, своими методиками и инструментами по работе с молодежью в области преподавания истории родного края. И сегодня мы отправляемся с вами в гости к первому нашему лектору. Мы отправляемся в Забайкальский край к Оксане Владимировне Мейровой. Оксана Владимировна является победителем Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью Российского исторического общества. И также она является учителем истории основной общеобразовательной школы номер 94 села Таптугары. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Очень рада нашей сегодняшней встрече. Не буду долго задерживать ее начало, поэтому с удовольствием передам вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники лектории, слушатели. Во-первых, я хочу поблагодарить Российское историческое общество за возможность учиться у коллег-краеведов из разных регионов страны, получить такой бесценный опыт. Просто здорово. И сегодня в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества» я представляю свой опыт работы по краеведению. Краеведение как способ мотивации обучающихся, сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Ни для кого не секрет, что история, как наука, как школьный предмет, после распада Советского Союза пережила очень серьезный кризис. Мы до сих пор определяемся с подходами преподавания истории. И фактически в конце 90-х, начало 2000-х годов передо мной встал вопрос: или признаешься самой себе в бессилии и нежелании предложить своим ученикам деятельные способы добывания знаний, или начинаешь искать такие способы. Как в глухом поселке, удаленном от культурных и образовательных центров, открыть детям историю великой страны? Как изменить неприемлемую ситуацию? Я решила подойти к преподаванию истории со стороны краеведения. Краеведение – это средство конкретизации общеисторического образования. Я вот называю его так: калитка в большую историю. И при этом использовать стало продуктивные методы обучения. Это исследовательский и проектный метод обучения. Почему исследовательский и проектный? Вот исследовательский метод формирует компетенции, непосредственно сопряженные с опытом применения их в практической деятельности. А метод проектов, там учащиеся самым непосредственным образом включены в активный процесс, в котором приобретают новый учебный и жизненный опыт. Эти методы позволяют создавать на основе изученного материала самостоятельный творческий продукт. Причем этот продукт может быть результатом как индивидуальной деятельности, так и групповой. Использование технологии проектирования позволяет учащимся самостоятельно добывать знания из разных источников, интернет-сайтов, книг, средств массовой информации и, конечно же, от людей, живых свидетелей эпохи. Начала я свою работу с ведения элективного курса по следам археолога, попутно реализуя программу «Как написать и оформить реферат». В разработке рабочей программы данного элективного курса я использовала работы тогда еще Читинского государственного педагогического института имени Николая Гавриловича Чернышевского. Это очерки истории Восточного Забайкалья, первый, второй том, под редакцией профессора, доктора исторических наук, профессора Игоря Ивановича Кириллова. Провинциальная археология, также доктора исторических наук, профессора Михаила Васильевича Константинова. Историю Забайкалья с древнейших времен до 1917 года
кандидатов исторических наук Константиновых Александра Васильевича и Натальи Николаевны, сборник научных статей «Забайкалье. Некоторые аспекты истории края», «Всемирную историю», первый, второй, третий том, ну и, конечно же, интернет-ресурсы. Составила презентации, сама это ученые-археологи, работа археолога, экспонаты краеведческого музея, использовала в работе видеокассеты. Видеокассеты Музея мира, Пушкинский музей, Эрмитаж, все это я использовала в работе над этим элективным курсом. Программа эта была рассчитана на обучающихся 5-6 классов и предусматривала лекционные занятия, заочные экскурсии по местам археологических раскопок в Забайкальском крае и практические занятия. Этот курс помогал мне выходить за рамки учебника. Но главные задачи, которые я решала, используя, вот, преподавая этот курс, это, конечно же, дать представление обучающимся об археологической науке и связи ее с историей, познакомить учащихся с методами работы ученого-археолога, формировать уважительное отношение к историческому знанию как к знанию научному, прививать любовь к родному краю с помощью расширения знаний по истории Забайкалья. Конечно же, формировать чувство сохранения исторических памятников, уважительного отношения к ним. Ну и провести заочные экскурсии по местам археологических раскопок и экспозициям музеев с помощью презентаций и интернет-ресурса. Разработала дополнительно рубрику «Это интересно». Вот здесь вы можете наблюдать некоторые карточки, которые я давала детям. Дополнительно во внеурочное время я приглашала всех желающих ребят разбирать накопленный в школе исторический архив. Работая с письмами, с фотографиями, стало понятно, что надо начинать отвечать на вопросы, что было, что есть, как может быть. Так мы стали писать историю своего села. Сначала это были небольшие справки, эссе, сочинения, исследовательские экскурсы. Провели районный семинар, приуроченный к 50-летию школы. Этот семинар мы давали также на краеведческом материале, причем мы вовлекли не только туда детей 5-9 классов, но и, конечно же, начальную школу. Еще раньше, в 2006 году, один наш ученик участвовал в региональном конкурсе и получил диплом за лучшую исследовательскую работу, представленную на 7-м областном конкурсе историко-исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Совместно с географами, математиками, литераторами проводили недели краеведения. Такая интеграция, она позволяет в комплексе рассматривать историю развития края, делает работу проектную более полноценной. Продуктами таких краеведческих проектов стали альбомы «От Афганистана до Чечни», «Жалобная книга природы», «Литературное Забайкалье», «Километры военных дорог», «Буклеты» и многое другое. Написание исследовательских работ занимает в нашей практике немаловажное место. Тематика работ разнообразна. Здесь я представляю вашему вниманию лишь небольшую часть тех исследовательских работ, которые мы проводили. Эти работы также представлялись нами на разных конкурсах. Они занимали призовые места в разное время. Появились работы, касающиеся истории региона,
страны. Это работы о декабристах, о казачестве, о Великой Отечественной войне. Мы рассматривали даже идею евразийства в работах Трубецкого и Гумилева. Весь накопленный материал, как мы в шутку называли его «Писанная история села Токтугары», концентрировался в кабинете истории и краеведения. К 2010 году у нас сложилась система воспитательной работы, приоритетным направлением которой стала краеведческая деятельность, где краеведение выступало не только мотиватором изучения истории, но и способом сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Так постепенно мы подошли к осуществлению нашего проекта «Школьный музей. Центр культурного и образовательного пространства школы и села Токтугары». В 2019 году мы защитили этот проект и получили муниципальный грант в размере 10 тысяч рублей. Сейчас в музее действуют экспозиции «Знай и люби свой край», «Село, в котором мы живем». Они защищали Родину. Также в музее можно познакомиться с историей строительства Забайкальской железной дороги. Исследовательские работы обучающихся оформлены в сборнике и заняли также свое место в нашем музее. Ну, для чего сборники? Ну, сборник – это методическая копилка своего рода. И предлагаемые материалы в сборнике, они позволяют пополнить арсенал именно вот этой методической работы в школе. Цель создания таких сборников – это распространение, прежде всего, практического педагогического опыта по использованию методов исследовательской и проектной деятельности. Сборник этот может быть использован, сборники могут быть использованы в качестве дополнительного материала при подготовке классных часов, уроков краеведения, написания других работ исследовательских, как исторический источник. Таких сборников на данный момент у нас уже 3. Они большие, эти сборники. В них вошло множество краеведческих работ. Главными героями в них являются, конечно же, наши односельчане. Ну почему односельчане? Потому что именно через судьбу односельчанина прокладывается мостик к судьбе страны. Дети, испытывая гордость за человека, который внес вклад в развитие страны, начинают осознавать себя ее частью. Деятельность нашего музея осуществляется по следующим направлениям. Это исследовательская, поисковая, экскурсионная и внеклассное воспитательное направление. Поисковая работа, она позволяет систематизировать документы, сведения, фотографии, находящиеся в фондах музея, и пополнять музей новыми артефактами. Экскурсионное направление – готовит юных экскурсоводов к проведению экскурсий в музее для учащихся школы, педагогов, родителей, для жителей села Токтугары, для гостей. Во время исследовательской деятельности учащиеся работают с фондом музея. Они имеют возможность писать рефераты, эссе, сочинения, сообщения, готовить исследовательские работы к конкурсам как школьного, так муниципального и регионального уровня. У нас проходят ежегодно такие конкурсы, как «Шаг в науку», «Шаг в будущее», «Декабристские чтения». И дети имеют возможность готовиться к этим конкурсам в базе музея. Выступают с ними на уроках, на конференциях разного уровня. Ведение исследовательской деятельности, оно способствует развитию творческого потенциала школьников,
имеет важное воспитательное значение. Направление внеклассной воспитательной деятельности реализуется через программу социализации и гражданского становления школьников. В рамках этой программы у нас действует гражданско-патриотический клуб. Основные направления деятельности этого клуба – это патриотические акции по наведению порядка в местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, участие в сельских волонтерских акциях, организация и проведение концертов, праздников и спортивных мероприятий на площадке школы для всего села. Ребята, которые занимаются в гражданско-патриотическом клубе, также участвуют в разных конкурсах. Здесь вы можете видеть фотографии. Это дети, которые участвовали у нас в региональном конкурсе к столетию создания Красной Армии и к 65-летию, к 60-летию Великой Отечественной войны мы участвовали в конкурсах и получали за это дипломы, сертификаты и грамоты. Дети, участвуя в конкурсах и занимая призовые места, получают опыт работы по разным предметам – по истории, краеведению, по литературе, культуре, по географии, по русскому языку. Ведь в каждой сфере есть место краеведению. В 2018 году родители помогли нам организовать экскурсионную поездку в Читу, где наши старшеклассники с классным руководителем побывали в краеведческом музее и музее декабристов. Многие исследования мы печатаем в средствах массовой информации, что является важным аспектом краеведческой работы, которая в нашем районе, к сожалению, пока находится на очень низком уровне. Нет системы, все фрагментарно, и это, конечно же, большая проблема для нас. Музей организует и корректирует нашу деятельность по сохранению знания о прошлом и его передаче подрастающему поколению, без чего эта деятельность приобрела бы разрозненный и непоследовательный характер. Деятельность музея нашего осуществляется в целях сохранения исторической памяти, воспитания интереса и уважения к многовековой истории нашей страны. Функции музея обширны. Музей является центром воспитательной работы нашей школы. Он выполняет координационные и поисково-исследовательские функции, организаторскую функцию, научно-методическую функцию. На базе поисково-исследовательской вот функции работает гражданско-патриотический клуб, проходит работа в архиве, взаимодействие с библиотекой. Мы организуем смотры, конкурсы, конференции, часы общения, уроки, акции, экскурсии и встречи. Все это проходит на базе нашего музея. Благодаря музею расширилась тематика исследовательской работы. Она затрагивает все сферы жизни нашего села. И не только села, конечно же, района и края. Это железнодорожный транспорт, образование, культура, медицина, лесное хозяйство, экология, история Великой Отечественной войны, локальных войн, золотодобыча. Так как школа на селе является культурно-образовательным центром, это накладывает на нас большую ответственность перед жителями села. Сейчас в условиях современного развития такие поселки умирают, к сожалению, у них практически нет будущего. И для нас сейчас очень важно сказать спасибо нашим предкам, нашим родителям, которые основали это село, способствовали развитию нашего села, чтобы не получилось так, что будто и не было ничего, не было корня. Поэтому мы проводим общепоселковые мероприятия, куда приглашаем ветеранов труда, родителей, проводим экскурсии, концерты, часы общения. Ну и приглашаем жителей нашего небольшого поселка на наши мероприятия.
Сами ходим на предприятия нашего села. Здесь вот мы видим экскурсию наших старшеклассников на пост железнодорожной станции Токтугары. И приглашаем к себе гостей. Работа музея каждодневна, тематика разнообразна. Здесь вы можете увидеть тематику работы музея на 2020-2021 год. Сейчас, конечно, у нас идет большая работа по оформлению экспозиции работники фельдшерско-акушерских пунктов в селе Токтугары. У нас будет новая экспозиция в музее подготовлена. Пишутся исследования о фельдшерах наших, потому что история развития фельдшерско-акушерских пунктов в селе у нас идет с 30-х годов. У нас появились в музее очень интересные артефакты. Это письма первого нашего фельдшера. И мы работаем сейчас над этой экспозицией, над этой идеей. Таким образом, краеведение является тем элементом исторического образования, который обогащает подрастающее поколение знаниями о родном крае, воспитывает любовь к нему, побуждает к изучению истории. Любовь к малой родине, знание ее истории – это основа, на которой может осуществляться рост социальной и духовной культуры всего общества. Также в планах нашей работы сейчас – это обобщить весь накопленный материал об истории села Токтугары в едином сборнике с 2008 по 2019 год, где мы рассмотрим все сферы жизни и деятельности нашего села. Когда оно было основано, кем было основано, как развивались и какие развивались предприятия, кто жил в этом селе. Ну и современное состояние. Здесь я даю ссылки, это ВКонтакте, и это сайт нашей школы, там есть раздел «Музей». Сейчас наш сайт переходит на другую платформу, мы пополняем наш сайт, но в разделе «Музей», тем не менее, у нас есть уже некоторые материалы, он будет еще пополняться. Если у кого-то будет желание, вы сможете всегда войти на сайт и посмотреть те материалы, видео какие-то, фильмы, видеоролики, которые связаны с работой нашего музея по теме краеведения. Вот это небольшой опыт, который я хотела представить сегодня по краеведческой деятельности. А закончить я хотела бы такими словами, словами Олега Димова. Не ищите Забайкалье в названиях рек, озер и местечек. Находите в своем сердце. Большое спасибо за то, что вы посмотрели, послушали мой опыт работы по краеведению. Большое спасибо, Оксана Владимировна, за такой рассказ. Я думаю, он особенно будет интересен именно педагогам из небольших сельских школ. Таких зрителей у нас тоже очень много, поэтому опыт особенно ценный для нас. Хотела бы, наверное, задать вопрос, который интересует нас из раза в раз, из лекции в лекцию. Все-таки с какого возраста, по вашему мнению, стоит привлекать к исследовательской деятельности ребят, учеников, и каким образом необходимо выстраивать такую работу для самых маленьких юных исследователей? Ну, я как историк, наверное, в 5-м классе начинается история, как вот предмет, да, хотя детей начинают знакомить еще на окружающем мире. Надо уже приобщать детей, все-таки начинать с 5-го класса именно к добыванию знаний. Ведь добывание знаний, пусть небольших, каких-то маленьких, это уже исследование. Но а в
вплотную заниматься исследовательской деятельностью, конечно, все-таки это 8, 9, 10, 11 класс, там уже более полноценные пойдут исследовательские работы. Хотя, конечно, и даже 5, 6, 7 класс тоже привлекаем к исследовательской деятельности, но все-таки главный здесь остается все-таки педагог. Он направляет, организует эту работу исследовательскую. Спасибо большое. И тоже один из, наверное, традиционных вопросов. Расскажите, какое участие принимают родители учеников в исследовательской деятельности, в работе музея, потому что мы понимаем, что история малой родины, она всегда начинается с семьи, и, наверное, очень сложно без помощи родителей ребятам проводить такую работу. Принимают ли в ней участие родители и в какой мере? Да, родители принимают участие. Конечно, есть активные родители, которые историей своей семьи сами интересуются, детей привлекают к этой, и, конечно же, приходят в музей вместе со своими детьми, несут какие-то документы, даже артефакты, которые у них есть, пополняют наш музей. Именно родители все-таки главные наполнители нашего музея. Поэтому я думаю, что родители это, ну, наверное, одни из главных тоже участников такого рода деятельности. Потому что все должно быть в комплексе, да, сообща. Один учитель, он и не вытянет эту работу. Он привлекает как ребенка, так и родителей. Иногда родители привлекают через родителей ребенка, иногда наоборот, через ребенка привлекает родителей. Мы желаем вам продолжения вашей исследовательской деятельности, процветания вашему музею и как можно больше активных учеников, родителей, благодаря которым происходит эта работа. Большое спасибо, хотелось бы, конечно, сказать за нашу сегодняшнюю лекцию. Действительно, очень полезный опыт именно для таких небольших наших школ сельских, школ региональных. Я уверена, что сегодняшняя наша лекция была полезна нашим зрителям, и они смогут перенять опыт и применить его в своем регионе. Я не прощаюсь, говорю до свидания. Еще раз большое спасибо, Оксана Владимировна. До скорых встреч. До свидания.